Хорошо видно, да, как вот Audi стояла. Смотри, сколько с нее всякого хламья. Это в основном по подкрылкам. Пистоны потерявшиеся мои. Вот они. Раз. Два. Три. Вот. Где-то тут еще должны валяться. А, вот. Еще один. Зашибись. Вот так вот. Такая вот куча. Пошли смотреть на машину. Скажу сразу, это предварительный, так сказать, выезд. Фу, блин. Потому что она тут, ей совсем тут нехорошо. Вот так вот она выглядит на улице. Дождь пошел еще. Лобовухи нету. Вот так вот. Отражение. Газует что-то она тут. Колесо-то, блин, не спускает. Какого хрена? Вообще, да? Полтергейст. Оно здесь вот по этим местам сдувало, а сейчас не сдувает. Какая-то, блин, хренотень происходит. Еще раз смотрим, пока меня тут совсем дождем не залило. Вот так здесь все обработано. Все, блин, пушсали во всякой херне. Там все. Здесь все. Так, смотрим на те моменты, которые были у нас изначально дефектными. Здесь была большая дыра. Как видите, теперь ее нету. Вот единственное, что какая-то, блин, грязь, которую надо вот так вот взять и пальчиком вытереть. Все, и нету грязи. Двери вот эту мы меняли. Теперь все открывается. И единственное, что, наверное, надо будет аккуратно это делать, потому что у меня пакет целлофановый. Он каждый раз вздрагивает от того, что я... Так вот. Все, вот это у нас родная дверь. Далее, пакет. Хлопать сильно нельзя, пакет улетит. Что еще? Капот менялся. Здесь я уже не помню, что было. Здесь вот дверь была мятая. Теперь она тут не мятая. Смотрим под большим углом. Что мы видим? Да ни хера мы не видим. Так вот смотрим. Все кривое и косое. Здесь вот крыло ручной лепки. Угол. Здесь также угол ручной лепки. Что мы видим? И хера мы не видим. Здесь мы видим кривую дверь. Хорошо видим, да, ее? Совсем кривая дверь. Это еще хуже. Он даст рад на ней. Короче, все кривой, косой, и дождь пошел. А завтра обещали похолодание. Значок приклеил. Ладно, поехали. Нахер, тут что-то холодно. В эту штуку я что-то все никак... Короче, краска крыши покрашена. Надо будет помыть всю люк. Вот здесь кривой был. Как без стекла ездить? Я хрен его знаю. Что-то тут с оборотами творится. Так они не падают. Машина уже прогрелась. Вот. Обороты не падают нифига. Лобаша нету. А прикольно, кстати, без лобаша. Обороты чумовые. Ой, давайте падайте. А, не хотят они падать. Гидроусилитель работает нормально. Руль на месте. Торпеда на месте. Все, тачку можно брать. Советуем к покупке автомобиль. Рычаг присутствует. Гудок работает.
Свет не работает в козырьках. Все, отвратительная машина. Ладно, поехали. Блин, что-то я уже забыл, как на механике-то ездить. Совсем я охренел уже. Так, вот как ехать, вот когда вот такое стекло у тебя? И вообще, куда ехать? Я вот, если честно, ни хера не вижу. Придется, как все нормальные парни, вот так вот. А, нет, а зачем? Надо же нажать, у нас стеклоподъемники же есть. Это вообще дары цивилизации. Вот так вот можно ехать. Что-то там сзади чиркает. Так вот, нет, можно ехать. Капот, блин, вчера часа два, наверное, упался с ним. А, блядь, вообще ни хера не видно. Зато руль легко крутится. Вот так вот, это одной рукой. К папиному Ниссану сейчас встанем. Вот так вот. И все. И можно сдавать тачку. Помыть ее тут чуть-чуть по салону еще, и все. А обороты не хотят падать, все равно. Ладно. Ждем лобовое стекло. Пока занимаемся другой машиной. Вот так вот у нас пленочка надувается. Сейчас она упадет, смотри. Оп, нихера не падает. Только трепещется, трепыхается. Она меня не выпускает. Машина. А кто тебя закрыл-то? Я что ли тебя рукой закрыл? Ладно, все. Так вот оно, блядь, со стороны выглядит. Все в таких пупырях. Опа-на. Слышали, да? Штатная бибикалка бибикнула. И при этом все двери закрылись. Это, блин, радует. Это не может не радовать. Такая вот она красавица стала. Так вот, прям. Муа! Пысечка, пысечка. Вот такая вот она красивенькая. Со всех ракурсов ее можно нафотать. Такая вот, блин, смотрим издалека, с 5 метров. Она вообще новая. Что-то у нее жопа задранная какая-то. Или она так стоит. А здесь колесо все равно сдувает. Вот сучка. Все равно, блядь, да? Или нет? Такая вот она. Аудейка обычная. Только вот эта что-то штучка, она должна уходить. Вот так вот она, да, должна быть. Два замка капота. Такая вот она вся кривая, косая. Как всегда, блин. Кто делал-то? Косячник Антоха делал. Он без косяков не может. Ладно, прощай, Ауди. У меня твои ключи есть. Пошли за мной. Там кошки бегают какие-то. Дикие коты. Все, ладно, нафиг. Работать. У нас там следующая машина идет. Вот она стоит. Да не кошки. Вот она тачка. Вот еще одна кошка. Ни хрена тут. Вот такая вот она. Ладно, это вы все видели до этого. Кто-то газовал. Колян, что ли, блин? Все, ладно.